Начался второй день, как мы убираемся, и сегодня мы продолжаем убирать эту территорию. Вот, мы очистили половину вот этой части, здесь стало намного чище, ну, по крайней мере. Ну, уже работаем более 2 часов. Это ж, по-моему, 2 часа. Да, 18:14. 2 часа. Вот это вот убирается уже потихоньку. Тоже есть замерзший мусор. Например, вот. Вот этот вот мешок. Отковырять его никак не получается. Отбить тоже никак. Собрали 6 мешков за это время. Даже 6-7. 8 и 2 унесли. 2 унесли, ну. Вот. Работа идет. Еще здесь убирать. Здесь, скорее всего, надо будет как-то аккуратно провалить, потому что провалиться можно. Да, что-нибудь ложить. Так, тут вот наши мальчишки идут. О. Это второй день сегодня мы здесь, во враге. Там вот полностью прибрались. Вот сегодня сколько мешков опять набрали. Ну как дела сегодня? Нормально, 7 мешков осталось. Мусора много, там поднимаем его. Там один еще мешки всякие. Понял. У вас новый этот друг, да? Да, брат мой. Как зовут тебя? Олег. Олег, очень приятно. Как фамилия, Олег? Чупин. Чупин, да? Я таки даже фамилии не знаю. Сколько здесь новых это. Имен узнал и фамилии. Еще у нас Карина пришла. Да, Карина? Вот она, Карина у нас. Привет. Ну, ты первый день сегодня. Карин, ты на какой улице живешь? Волкова. А фамилия твоя? Егошина. Угу. Вот, прибирается Карина здесь, вот она мешок набрала. Мусора, конечно, нереально много еще. Так что, люди, присоединяйтесь. И взрослые тоже, не только дети. Приберемся, тогда речка у нас будет чистая. А так вот. Пойдемте посмотрим там парни-то, сколько набрали. Это все сегодня, да? Да, это действительно. Мы свои мешки еще не вытаскиваем. Еще 14. Еще 14 мешков надо вытаскивать, да? Да. Вот будет такая гора. То есть вчера... Получается, то, что мы набрали, сегодня УК «Союз» вывезли, да? Да. Вот молодцы. Сашу Гуркину спасибо, что помогает. Так, ну яма, как она была, так она и есть. Вот такой мусор у нас. Вот тут вот, покрышки от великов. Всякий пластик. Там сюрпризы. Сюрпризы, да? Да. Подгузники. Подгузники? Да. Детский сюрприз. Ну вот так. Перчатки. Спасибо за перчатки. Да, спасибо. Угу. А, ну красивые перчатки. Да, вы мече взяли, да? Да. Угу. Ну-ка покажи, какие. Они и удобные, и. Ну-ка, с той стороны поверни. Прорезиненные, ага. Что. Ну да. Хорошо собирать. Собирать, брать хорошо и не мокнут. Да, и пакеты легко носить, не скользят. Это что, у вас самогон? Нет, вода. Я шучу, конечно. Молодцы. Ну пойдемте те мешки посмотрим, где у вас. За мостом они? За мостом? Под мостом. Под мостом у нас. Мы там и товарились. Ну, какие впечатления, расскажи. Вот вчера поприбирались, как с родителями поговорили вечером, что они вам сказали? Да они даже и не против. Они наоборот даже за. Ну, понятно. Мои родители просто заняты. Ну, понятно. Ну, мать в теремке работает, ты... а отец стоит. Я сегодня видел твою маму уже. Бригадир. Мы с ней уже общались немножко. Я тоже был сильно занят, маленько пообщались, пару слов перекинули. Но она довольна такая, на позитиве. Она вот. Даже шутя говорила, что вот ничего не умеешь. Ты ей сказал, что оказывается, как нелегко зарабатывать деньги, да? Да. Ну, правильно. Надо почувствовать. Не, ну первый день было труднее. Сейчас как-то... Ну. Здрасте. Вот наши взрослые. А, вон они, где мешки все. Вот он, наш мостик. Добрый вечер. Да, я-то вас знаю. И мы вас знаем, очень приятно. Ну, вы же мне сегодня звонили. Да, это я вас доставала. Вот. Так слушайте, так тут до хрена еще. Да, очень много. Там вода, я так понимаю. Очень много. Там, ну, сейчас... там еще вода. Да, сейчас тепло пойдет, оно все пойдет, впитается. Да, оно естественно. Вот мальчишки, да? Вытащить. Ваша работа. Мальчики, вот они. Герои, да, это герои. Герои. Настоящие герои. Района, мальчишки. Да. Молодцы. Это видео будет на Ютубе. Можете себе скопировать с Ютуба прямо и себе загрузить на свой канал ваши вот эти два видео. Сегодня, вчерашнее, сегодняшнее.
Ну будьте повеселее, так сказать, пришли работники такие грустные. И будет вам на память, как бы, и своим детям будете показывать, и сами будете вспоминать себя, какие вы были молоденькие, худенькие. Ну, школе тоже будут показывать. И молодцы. Ну. Своим невестам показывают. Я Ларисе Геннадьевне сбрасывала, она видела все. И мы вчера, ну вчера. Это во второй. Да. Ну да, я знаю. Ну она там все равно же общается, перекидывают друг друга, они там, я думаю, что. А живете здесь, что такие, да? А вы там и живете, за мостом? Да, да. О, молодцы какие, оттуда даже. Молодцы, да, мальчики. Центровский очищает Челтак, вот у них рюкзак с собой. А где? А вон, наверное, синий. Вон. Да. Ну, мешки не такие уж и прочные, могут порваться. Да, много сильно это, лучше вдвоем нести и много лучше не накладывать, да, так как стараться. Да, накладываем, потому что и нести тяжелее. Да. Да, конечно. Ну как, завязать можно? Угу. Алексей Юрьевич, молодцы. А мы не сможем вытащить мешок. Ну а вы просто если хотите собирать, а мы сами организуем, вытащим. Ну. Может быть, даже мы завтра придем. Да, сегодня еще много народу звонило, желающих. Звонили? И в возрасте люди звонили, да? Ну пусть приходят, да. Нам и надо такие. Ну. Вот такая природа у нас красивая. Вот набухают уже почки. Ну, а вот, вот вербочки, смотрите. Вербочки, она, да. Вербочки. Это сама. Да, ну вот. Тут точно был кошмар. В прошлом году мы приходили, да. Тут ужас. Ну представляете, по мостику ходить и видеть красоту. Это же лучше, чем вот это, правильно? Ну конечно. Вот но. Алексей Юрьевич, какой молодец. И тебе это вот надо. Спасибо родителям, что воспитали так. Такого. Да. А ты... Я сам удивляюсь себе. Угу. И почему, я просто думаю, почему не все такие-то, ё-моё. У меня в голове не укладывается. Это иди, а никогда не вот было. Эти ребятишки, они сами, я же их не звал особо-то, правильно? Ну, и, вот молодцы. И не такие большие деньги они зарабатывают, там, ну, хотя бы так чисто там на мороженое, там на шоколадке, семечки купить. Да, но это столько сделать. Это табуреты вот. Есть. Вот видите, табуретки? Да. Хорошие, может мне там надо? Нет, старые. Я шучу. Раритет. Да, годы захламляют. Это надо сейчас убрать, и этого больше не будет здесь валить. Вы уверены? А потому что соцсети будут влиять. Привет. Ты здесь живешь, скажи, пожалуйста. Вот третий дом. А, это ты чья, Костина? А? Якутина ты, а, ну. Видишь, мальчишки убираются? Да. Знаешь их, мальчишки? Нет. Я сегодня утром не ходила, как я. А, ну, понял. Там девочка еще убирается, вот. И две девочки сейчас ушли уже. Вот мы мусор весь подбираем. Тебе, наверное, неприятно это все видеть, да? Ты здесь живешь. Ты сюда ни разу не выкидывала ничего? Не хулиганила? Молодец. Молодец. Это кто-то там выкидывает. Те вот эти люди, потому что здесь очень много навалили. Особенно с этой стороны больше говорят. Ну и с этой стороны тоже, да. Да. А ну они посмотрят, соцсети будут знать теперь. Это мы видео выкладываем, специальное социальное видео такое, чтобы все знали и больше не мусорили. Правильно? Ну, хорошо мы делаем? Будет, если хочешь, делать. Поучаствуешь в субботнике, делать. Если есть желание. Подружек можешь, друзей позвать. И... Да. Мы хотим полностью очистить эту всю вот эту вот реку. Мы до сюда уже очистили там весь овраг, там уже чисто у нас. Вот там можешь посмотреть, смотри. Вот там да, чисто конечно, все от дороги. Было, да. Посмотри, сколько мешков вот. Посмотри. Видишь? Вот они, черные. Видишь, сколько? Да, вот мальчишки за вечер набрали. И девчонки сегодня тоже много набрали. Такая красота. Когда нужно приходить? В любое время, когда хотите. Да. Вы пишите мне на, получается, на WhatsApp 8-913-008-8080. Я сказал это на видео, ты можешь видео сегодня посмотреть, оно в Одноклассниках будет загружено вечером. Да, в любое время можешь посмотреть. Давайте, ну, пока. Давай. Приходите, девочки, мы завтра придем тоже. Ну. Вот вечером это. Угу. Оттуда ты. Угу. Вот Журавкова 133, вот эти дома идут. Людям будет здесь чисто жить более-менее. Может, не за раз уберемся, может быть, там на будущий год поубираемся еще. Ну тут чистенько, вот видите. А во враг можно кидать. Но это уже
ну, не культурный, а не воспитанный народ. Вот видите, какой огород красивый у людей. Самолетик летит. Ну так было бы чисто везде. В Кыштовке, в лесах и в полях. А вокруг всей Кыштовки везде мусор, свалки, свалки, свалки. Там очень много свалок, там много, там очень много свалок, сами знаете. Там, вот там, ну везде, вокруг. Вот, это везде надо. И большая просьба к вам. Администрация, депутаты, главы, заместители. Ну, вы же взрослые люди. Организуйте, что я буду один прибираться каждый год, что ли, здесь? Пожалуйста. Да, правильно? Естественно, правильно, мы поддерживаем. Да. Ну. Россия же не бедная, можете также клич кинуть в соцсетях. Люди придут, вы заплатите людям. Не я же буду один платить, правильно? У меня тоже свои проблемы есть. Именно что обязан. Да. Да. Я вам показал пример, как это все легко делать, организовывать. Люди всегда за. Ну. Вот. Каждому заработать там 1000, 2000, 3000, что плохо, что ли? Мы говорим на пас, хоть на яйца. Да. Да. Такая природа у нас красивая, какая луна. Обалденная. Вон какая красивая. Вот она, луна в середине. А березы какие сейчас зацветут. Вот, зелененькие будут. Сережки будут на них. Красивые. Да. А если мы это все уберем, здесь можно вообще наслаждаться жизнью на этом мостике. Я думаю, если будут... Так и сами ходят здесь. Да. Снова будут мусорить. Красота. Нет. Я не знаю. Не будут мусорить больше. У меня слово. Не... Сейчас у нас есть Рязчиков, который составил бизнес такой, контейнеры, да, вот. То есть люди сейчас проще в контейнер выбросить, чем сюда. Здравствуйте. Все на субботник, подвоз. Да. Да. Скажи пару слов, ты здесь живешь, да? Конечно, здесь. Не валила сюда мусор? Ой, подевай. Ну, иди на минутку поговорим немножко хотя бы. Скажи, никого не видел, кто валил? Фамилии, имена? Тут уже какой год валят. Ну, знаешь, можешь сказать? Не можем. Ну ладно, пусть они в соцсетях посмотрят и, знают, и не будут валить больше, ладно? Знают, кто валит. Как думаешь, не будут больше валить? Будут. Будут? Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что нет. Я верю всегда в позитив и в хорошее. Это правильно. Потому что сейчас есть контейнеры. А, второе, это есть соцсети, в которых сейчас видят это все, да, люди. Все равно стыд-то маленько берет, хоть как берет. Я-то тоже здесь всех знаю, вот, все, кто живет. Девушка, ну там если что, будут валить. А родители валят, это если красиво. Будут валить, скажите, ну, что валят? Ну что, валить? Днем, что ли, валят? Ну понятно, да что по ночам. Пора. Да. По ночам. Ты с работы идешь? Конечно. Ну где работаешь? Теремок. Теремок? Вот, видишь, отработала день, молодец. Как фамилия твоя? Юткевич. Вот, а зовут? Алена. А муж Костя. Да, ну. Я-то знаю, просто хочется сказать, чтобы ты людям сказала, кто ты, откуда, где живешь. Вот у вас домик, вот третий дом получается. Не, второй у вас, второй дом, ну, второй. Второй. Тут тетя Валя живет, первый дом. Угу. Давай, удачи. Тебе там еще ужин варить, да? Пожалуйста, не бросайте уже, пожалуйста. Нет, они-то не бросают, они с Костей хорошие у нас. У вас же двое детей, да? Да, он тоже дома убирает. Я в курсе, мне сегодня уже мы с ним общались. Ну. Кто убирается, кто подосрается. Да. Мальчишки, как вы там, мальчики? Смотрите, лезвие. Лезвие. Ну-ка, дай увеличу, покажи. Вот. Угу. Аккуратнее. Да, берегите, осторожненько все, не торопитесь. Что, уже маму здесь надо. Вон она уже бежит, встречает. Что говорите? Акуна Матата. Акуна Матата, это так... Вы в Африке говорят, что это очень хорошо, кайфово. Да, кайфово. Ростислав Алиев у нас был как раз нынче же, недавно в Африке, и видел, что такое акуна матата. Вон, маму встретил, видите? Красота. Так, о, сейчас спущусь. Да, не, я привычный. Я сам много участвовал в субботниках, убирался, поэтому. Итак, постукалишусь. Вот. Ну, скажи мне пару слов, что тебя сподвигнуло вообще прийти? Так, честно, от души прямо. Речки загрязняются, ага. Люди выбрасывают речки, все. Ага. Вот, река засохла, и люди все выбрасывают. Угу. Получается, река загрязняется, и природа, а потом люди этим дышат. Да, правильно. Твои дети будут дышать этим, не дай бог, правильно? Поэтому мы с тобой очистим. Вот они. Красные.
Скажите ей пару слов. Пару слов скажи. Две девочки уже ушли, наработались. А ты одна-то? Да, вот. Скажи, работать тепло, да? Нормально, все хорошо. Не, она одела. Вот пакеты. Вот сколько мусора еще всякого. Молодец, природа. Ну. Можете прям сюда вот приходить. Вот, здесь спускаться удобно. Нет, здесь спускаться удобно. Перчатки, тут ничего страшного, не воняет, ничего. Не обязательно там все максимально как бы убирать, но можно просто шифер поубирать даже или что-то еще. Да, конечно. Девчонки еще зайдут в Амич, возьмут. Ну. Часов 5 приходите. Ну, во сколько вам удобнее? Чтобы тепло было пока. Ну, телефон мой есть, если что, напишите на WhatsApp. У тебя тоже, если что, девчонок спросишь. Ну, у тебя есть мой WhatsApp, да. Мы же общались, девчонки сдали. Какие, смотри, эти красивые осины, какие-то там угловые. Сейчас я засниму и покажу людям. Вот она, видите, какая? Я даже такую что-то не видел, по-моему. Видите, она как... Какая интересная. Как плоская, видите? Это то ли осина, то ли... Нет, не, или тополь. Это, похоже, тополь. Это, наверное, тоже тополь. Непонятно. Напишите в комментариях, кто знает, что это за дерево. Вот. У меня есть приложение такое специальное, фотоешь, она выделяет. Вот красиво. Как видите, такая природа создала красоту. А мы вот люди такие вот, твари. Делаем вот это. Это вообще просто ужас. Да. Вот. На какой улице ты живешь, скажи? На Волкова она живет. И больше, да? Да далеко просто еще. Вы не узнали просто ее сразу. Она-то узнала, вас-то мы все знаем. Вы необычный человек. Общительный. Ну. Ну так. Можешь какие-то пожелания сказать, например, людям, молодым, взрослым, власти, может, что можешь сказать от себя чисто? Да я не знаю, чтобы приходить, убирать вот это вот все, чтобы не было такого мусора. Я не только здесь, вот, речки там, леса те самые, мусор кидают, уходят. Вокруг Кыштовки я сказал уже, что много мусора, можно не обязательно сюда ко мне приходить. Везде мусор можно самим выявлять, правильно? В лесах много вокруг Кыштовки мусора. За центром, в центре, Агачиулово, Вараксино, в те сторонах много. Так что ты призываешь всех, да? Давай, удачи тебе, спасибо огромное. Спасибо. Вот Алина пришла. Ну она же молодая, что ты хочешь? Когда ты идти так. Да. Ой. Заберемся. Правильно. Алина, ну такие пару вопросов тебе будет. Сегодня сколько часов поработали вы? Ой, много. Получается, пришли в 4, где-то до 8, там где-то до 8. Ага. Ну, 4 часа, короче, подряд. Да. Молодцы. А где мешки ваши наработаны? Вон они все. Вот они. А вы таскали или кто? Нам помогали. Алина, еще скажи такой вопрос. Вчера вечером что было там с бабушками, с родителями? Какое было общение? Хорошее. Угу. Хвалили тебя, наверное, все? Ну да. Чересчур поди хвалили? Нет, нормально. Нормально? Мама звонила? Да, звонила. Ну, понял, здорово. Ну, а вообще-то какое ощущение? Вот поспала, может, сны какие-то снились там или что-то? Вечером. Кошмары. Как обычно все? Просто обычный день. Ну, устала, поработала, хорошо, но спала. Ну, да. Хотя вы в школе-то устаете. Вас там до 2-3 часов там мучают. Сейчас занятий-то много. Кстати, скворцы. О,
вот чирикают. Угу. Вон они сидят. Ты сейчас домой съездил, да? Да, домой. Понял. Вот птица летит. Это уже коршун летит. Да. Карина, одень, пожалуйста, косыночку, одень. Я тебе сказала, на голову. Дело не в холоде, одень на голову. Не зачти. Но она даже, видишь, не застегнулась. Есть такие люди. Ну, ну понятно. Кариночка, одень на голову. Да так-то мусора нет, оно все такое как бы влажное, поэтому. О, корыто какое-то. Вот так. Высота. Убили. Так, ну окончание работы. В общем, вот здесь вот подъемчик убрали весь вдвоем. Так, здесь и собрали. Это замерзшее, это завтра, скорее всего. Здесь жесть. Собирали вон там, я не знаю, если на камеру видно было. Сейчас спущусь. Вот здесь собирали все. Здесь еще тоже мусора дофига, некоторые замерзшие. Так что тоже придется собирать. Вот здесь вот тоже пригорок убрали более-менее. Ну, собственно, мусорка. Тут 4-5 мешков у девчонок. Вот. Наши. Это все, что удалось собрать за сегодня. Так, ну вот еще. Вот убираем. В общем, мусор. На Маслозаводской. Под мостом вот здесь убираем. Мусора много, но убирается легко. Вот это вот место уже очистили. То есть вот этот пригорок. Здесь осталась небольшая кучка. Вот этот пригорок очистили. Так, там мешок пошел наш. Сейчас у него тоже складывать будем. Вон мешки. Работы тут не на один день. Да, работы не на один день. Но все равно сделать можно. Главная работа здесь на той стороне вот этой вот, как сказать, речушки. Там больше всего мусора, но думаю, убрать можно. Причем быстро, потому что с виду кажется, что мусора очень много, но убирается очень быстро. Уже два мешка собрали. Вот. Два мешка собрали. Сейчас вот эти вот еще соберем и, наверное, заканчивать скоро будем. В общем, часов до 9 точно здесь проторчим. Главное сейчас убрать все и нормально.